В эти жаркие дни река манит прохладой. Однако же эпидемиологи купаться в Днестре не советуют. В воде обнаружены бактерии, вызывающие кишечные инфекции. Последствия паводка и повышения температуры воздуха обеспечили благоприятные условия для размножения бактерий в Днестре. Эпидемиологи отмечают, что микроорганизмы могут стать причиной кишечных инфекций, таких как брюшной тиф, сальмонелла и холера. Зараженная вода при попадании в организм вызывает различные симптомы – слабость, повышение температуры, головные боли и тошноту. На данный момент купаться в Днестре не рекомендуется.